Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность изложить точку зрения Федеральной антимонопольной службы по такому важному вопросу. Мы действительно встречались некоторое время назад, обсуждали все концептуальные развилки по госзаказу, и сейчас, по сути, идет продолжение этой дискуссии. Вот я вначале бы, с вашего позволения, хотел бы немножко все-таки про контроль сказать, два слова, все-таки потому что мы Федеральная антимонопольная служба. И обратите, пожалуйста, внимание, за 2019 год у нас рассмотрено более 66 тысяч жалоб. Обращу внимание, что по количеству жалоб практически это ничего не изменилось, и по количеству их обоснованности тоже. Но вот обращаю внимание на третью колонку. Это там, где мы видим рост очень серьезный, в два раза рост количества обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. И понятно, что нет такой ситуации, что нас все резко прекратили качественно исполнять контракты. Мы думаем, что это связано с тем, что нет никаких преград заказчикам в любой момент сказать поставщику любому, что я с тобой расторгаю контракт, и нет никаких механизмов защиты. И, видимо, именно с этим связан такой рост, который мы видим по тем цифрам, которые, собственно говоря, приведены на слайде. Дальше. Дальше я хотел бы сказать, что по практике, коллеги, мы, конечно, перед собой видим, это очень важно, у нас есть такая проблема, как унификация практики по стране, чтобы все решения центрального аппарата и центральных управлений, они принимались в едином контексте, по типовым нарушениям, чтобы были единые типовые решения по жалобам. Мы в связи с этим начали проводить совещания в режиме видеоконференц-связи с нашими центральными управлениями постоянно, с регионами, с муниципалитетами, где обсуждаем эти вопросы. И, кстати, перешли на дистанционное рассмотрение жалоб, хотел всем сказать, уже по четырем федеральным кругам, когда жалобы рассматривают в центральном аппарате ФАС, теперь не нужно ездить с Дальнего Востока, Сибири, с Урала, с северо-запада в Москву, можно прийти в наше территориальное управление по месту нахождения субъекта и принять участие в рассмотрении жалоб. Это всем удобно, и это пользуется большой популярностью. Если говорить про нас проекты как основное нарушение, которое мы встречаем сейчас на практике, то это, конечно, уход от конкурентных процедур, когда в тех или иных регионах идут по схеме размещения заказа у единственного поставщика. Там есть такая у нас лазейка. Соответственно, мы с регионами это обсуждали. Надеемся, что у нас такая практика исчезнет, но сейчас такая проблема есть при строительстве школ, детских садов, ФАПов и так далее. Мы в этом плане находимся в очень серьезной, постоянной дискуссии с регионами. Вот, коллеги, это то, что я хотел сказать про практику. Теперь про, собственно говоря, 44-й ФЗ и пути решения, которые мы видим. Вначале, конечно, нельзя не сказать о том, что мы действительно сделали большой шаг вперед. В 2019 году все вместе, когда мы приняли 71-й ФЗ и внесли изменения в 44-й закон, который очень серьезно изменил систему госзаказа, очень сильно ее упростил, вы помните, эти огромные проблемы с планированием, которые были, это невозможность заказчика заключить контракт со вторым при расторжении, согласие на стройку, которое было введено и так далее. И, конечно, это все произошло благодаря нашей слаженной совместной работе Минфин, ФАС, Казначейства, Госдумы, Совет Федерации. И сейчас, конечно, мы работаем над продолжением, собственно, этой работы. И вот сейчас совершенно правильно было отмечено Николаем Андреевичем, что у нас субъект компенсативы правительства Российской Федерации. И, конечно, речь не идет о каких-то альтернативных законопроектах или дополнительных законопроектах. У нас будет в любом случае единый законопроект правительства, который будет внесен в Государственную Думу. Но наша задача сделать этот законопроект комплексным, чтобы в нем были учтены все те вопросы, которые и проблемы, которые у нас сейчас с вами есть. Внимательно прочтя законопроект Министерства финансов Российской Федерации, мы увидели в нем, что многие вопросы действительно нашли свое отражение, в том числе, которые мы вместе обсуждали, по которым вместе искали решения. И, конечно, практически подавляющее число норм в этом законопроекте мы поддерживаем. Есть ли разногласия? Не буду сейчас на них останавливаться, коллеги. Я думаю, что мы в наших согласительных процедурах с Министерством финансов эти разногласия снимем. Я в этом не сомневаюсь. Я больше бы сейчас хотел бы сказать про те предложения, которые мы хотели бы дополнительно увидеть вот в этом едином законопроекте правительства Российской Федерации. Ну, первое. Первое – это то, что установление заказчиками документации о торгах – ловушек для формального отклонения участников. Опять-таки, в 71-м ФЗ мы внесли очень правильную норму про согласие на строительство, и она сильно упростила жизнь всем предпринимателям, что вот эти вот простыни теперь требовать нельзя, просто компания дает согласие, соответственно, и соответствует, должна, естественно, всем требованиям законодательства Российской Федерации и принимает участие в электронном аукционе. И мы хотели бы, чтобы подобные нормы у нас появились и по другим направлениям закупок работ, услуг и товаров. И в тех случаях, когда действительно необходимы по товарам те или иные характеристики, мы предлагаем ограничиться, например,
пятью характеристиками. Понятно, что при использовании сейчас уже товара, при работах, этого уже делать нельзя с 1 января. Были внесены изменения. Но при поставке товаров мы сталкиваемся с тем, что можно и 50 потребовать, и 100 потребовать характеристик от предпринимателя. И дальше он где-то, если случайно ошибается, ему говорят, ну все, ты ошибся, извини. И зачастую вопросы сформулированы так, что даже на них, не ошибившись, ответить невозможно. Поэтому мы предложили бы идти дальше по пути упрощения не только для заказчиков, но и для предпринимателей участия в госзаказе. И сказать, что, пожалуйста, заказчик может выставить требования хоть 50 к товарам, к работам, услугам, хоть 100, но от предпринимателей потребовать, например, не более 5, те, которые он хотел бы уточнить. Соответственно, с тем, чтобы это действительно служило большому упрощению. И второе, здесь же, обратите, пожалуйста, внимание на этот слайд, тогда мы сможем выйти на проведение аукциона через 2 часа после окончания срока подачи заявок. У нас сейчас в 71 ФЗ мы внесли 4 часа на строительство, а на все остальное это осталось, как было, несколько дней. Вот сейчас в законопроекте Министерства финансов, спасибо им огромное, мы сделали шаг вперед и от 4 часов перешли к 2. Но опять-таки только по строительству. Мы же хотим, наверное, чтобы у нас сговора не было не только на строительстве, а чтобы у нас сговора не было по всем закупкам товаров, работ, услуг. И тогда мы должны двигаться к этому, чтобы у нас 2 часа было для всех закупок. А это непосредственно связано с первым вопросом, это исключение ловушек. Поэтому в данном случае вопрос комплексный, мы предложили бы его рассмотреть, мы считаем, что это очень серьезно изменит систему государственного заказа. Дальше, конечно, то, что у предпринимателя отсутствует возможность защитить свои права при исполнении контракта. Вот Алексей Михайлович сказал про то, что сейчас предприниматель теряет обеспечение вне зависимости от того, при исполнении контракта, если заказчик этот контракт с ним расторгает, включен предприниматель в реестр недобросовестных поставщиков, не включен, а обеспечение теряет. Да, будет здорово, что если он не включен, то он обеспечение не теряет. Но при этом все равно вопрос-то остается. Просто остается то, что предприниматель понес издержки, особенно представьте, где-нибудь в сфере строительства, технику, людей взял, начал, приступил к работам. А мы сталкиваемся с тем, что у нас иногда через 2 недели, а иногда через 3, без всяких оснований. Берут, например, заказчики и говорят, а мы с вами работать больше не будем. Причем, когда мы рассматриваем такие случаи, я вам скажу 50 на 50. Примерно в 50% действительно обоснованно, действительно люди срывали исполнение контрактов, и заказчики правильно делали. А в половине случаев нет. А в половине случаев это сделано было просто так. А в некоторых случаях предпринимателям говорят, мы вам говорили к нам не приходить. Вы пришли? Ну, пожалуйста, получайте. Мы с вами расторгаем контракт, все, там, давайте идите в суд, проведите там полгода, год, доказывайте свою правоту. И мы даже с вами не знаем, сколько предпринимателей из-за этого не приходит на госзаказ. Потому что это латентная история. Люди просто боятся и не идут на госзаказ. Их даже не посчитать, сколько таких людей. И, конечно, мы хотели бы, чтобы была возможность у предпринимателей оспорить это решение заказчика. Оспорить. Это не значит, что заказчик не будет вправе. Но должна даваться какая-то оценка таким действиям, правильно, неправильно. Если сказано, допустим, что подтверждается правота заказчика, хорошо. Если не подтверждается правота заказчика, пожалуйста, пусть он расторгает контракт, если он совсем уверен в своей правоте. Но он будет знать, что это будет проверка. И он должен быть сильно уверен в своей правоте, а не просто так расторгать контракт. Потому что иначе у нас предпринимательский климат просто очень сильно страдает. И те цифры, которые я показывал изначально, вот сейчас по росту в два раза обращений о расторжении контракта, показывают, что так и происходит. Когда мы вот так вот вместо баланса сдвигаем систему госзаказа в одну сторону, ну так вот мы и получаем такие результаты. И, конечно, предприниматели очень сильно жалуются. Дальше, на этом же слайде, устранение цикличности проведения закупок. Мы в 71 ФЗ сделали большой шаг вперед, убрали вот эту вот бесконечность проведения торгов, пока никто не придет, что заказчик должен был мучиться. Это очень хорошо, это очень правильный шаг. Сейчас Минфин, ну осталось 2 процедуры. После первой ты обязан провести вторую. Сейчас Минфин тоже делает шаг вперед в этом направлении и говорит, если сделал первую процедуру, тебе не надо делать вторую, но продли подачу заявок, срок подачи заявок. Стоит вопрос, зачем? Вот на свое время в 94 ФЗ не было никакого продления срока подачи заявок. Если висело извещение столько, сколько положено, и никто не пришел, зачем еще затягивать процедуры? Зачем делать какие-то продления? Это непонятно. И мы предлагаем просто как бы сделать еще больший шаг в этом плане и убрать такое продление. Это, я думаю, что как бы многие заказчики поддержат. Дальше. Понятно. Очень короче, коротко, если можно. Да, да, очень коротко. Здесь желающих. Даже все намного проще, коллеги. Рейтинг деловой репутации предпринимателей. Ну, понимаете, как бы ФАС выступает не просто за конкуренцию, а ФАС выступает за добросовестную конкуренцию. А добросовестная конкуренция, это когда у нас с вами есть рейтинг деловой репутации предпринимателей, который у нас сейчас с вами отсутствует, и предприниматели, которые уже имеют качественный опыт исполнения контрактов, находятся в точно такой же ситуации, как предприниматели, которые не имеют никакого опыта исполнения контракта, в принципе, либо которые работали негативно. Мы предлагаем, чтобы формировался он автоматически в ЕИС, не ФАСом, не Минфином, не казначейством, а на основе количества исполненных контрактов, их качества, их стоимости.
И в зависимости от этого рейтинга мы можем формировать в дальнейшем и допуск, и оценку, соответственно, и определение победителя. Совершенно разные могут быть сюжеты. А также обеспечение по исполнению контракта можно для таких предпринимателей, которые доказали добросовестность своей работы, сделав 3-4 раза меньше по отношению к стандартной норме. Следующее. Подача жалобы и официальное уведомление через ЕИС. У Минфина-то есть огромное спасибо, но мы потеряли претензионную, то есть у нас нет официальной переписки претензионной, соответственно, в ЕИСе сейчас, и в законопроекте не предполагается, это тоже должно быть, чтобы с пачками бумаги люди не ходили, чтобы все было понятно, что происходило на этапе исполнения контракта. И та же самая история про банковскую гарантию. Вы не представляете, сколько у нас сейчас обращений предпринимателей, которые отклонили из-за того, что что-то было написано не так. Нам не просто требования нужны, нам нужна типовая форма банковской гарантии, чтобы все перестали мучиться. Так же, как коллеги, был сделан опять серьезный шаг по электронному магазину, но до 3 миллионов рублей, потому что нам мешает сейчас те нормы договора о Евразес, которые у нас сейчас с вами существуют. Так давайте их вместе поправим. Это уже не к 44-му, это к нашей совместной, наверное, работе к Минфину, чтобы мы сделали настоящий электронный магазин. Ну и последнее, коллеги, что хотел бы сказать, последний слайд. Введение универсальной предквалификации на торгах – это борьба с профессиональными жалобщиками. Мы вот выработали эту норму совместно с Минфином, правительством Российской Федерации, с казначейством. Полностью поддерживаем, очень правильная норма. И мы, честно говоря, рассчитываем, что вот такой вот совместной согласительной процедуры с Министерством финансов, совместным обсуждением с помощью Совета Федерации, с помощью Госдумы, мы придем к единому законопроекту.